Называется город Москва. Каждый день с Равшаном мы делаем ремонт дома. Ломаем несущие стены, мешаем бетон, кладем гранитный плиткам на балкон. Мажоры заказывают золотой унитаз. Равшан отколол один кусочек для нас. Как бы я ни смотрел, работа маништя. Недавно делали квартиру Ксении Собчак. Вообще, я с высшим строительным образованием. Родители в детстве занялись моим обрезанием. Но лучше работы я так и не смог найти. Тут либо бомбить или двор мести. Стройка матипичная, не дать, не взять. Но каждый день приходит начальника и начинает нас ругать. И чтобы как-нибудь разукрасить картину, мы решили маубить эту усатую скотину. Подошли сзади и зарезали, как паршивый баран. Забрали ма деньга, документа, сели ма в автобус и едем в Таджикистан. Едем в Таджикистан. Таджикистан. Едем в Таджикистан. Таджикистан. Прораб говно, конечно, но милиции не объяснишь. Тут либо в бега уходишь, либо сидишь. Наши фотографии расклеены по всей Москве. А мы на родину, едим плов, целуем жена. Равшан из кармана достает 500 рублей. Заказал страшную стриптизершу на целую ночь. И говорит только: Джамшут, бей, Джамшут, бей. Я нажрался и об чью-то голову сломал стул. Началась драка, прибежал целый аул. На ушах стоит весь Таджикистан. Я реально поднялся, я реальный щурбан. Едем в Таджикистан. Таджикистан. Я на родине не последний человек. На благотворительность выписываю чек. Мы с Равшаном стали друзьями-олигархами. Вы слышали? Мы с Равшаном стали друзьями-олигархами. У меня фирма года, у него автосалон. Я не верю глазам, но это не сон. Вот президент поднимает стакан. И вы не поверите, из его айфона 3G победоносно звучит. Едем в Таджикистан. Едем в Таджикистан. Таджикистан. Но, к сожалению, мы так и остались гастарбайтерами. Но зато такими, которых помнит вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. Едем в Таджикистан.